Задержан подозреваемый в краже 10 пистолетов Академии погранслужбы КНБ. Под стражу взят водитель учебного заведения. Все оружие он хранил у себя дома, полицейские его изъяли. Пропажу пистолетов Макарова в Академии погранслужбы КНБ обнаружили 6 мая. Однако, как выяснилось, украли их еще 30 марта. По данным МВД, это произошло после завершения стрельбищ в учебном заведении. В самой Академии погранслужбы от комментариев отказываются. Однако и без них было понятно, произошло из ряда вон выходящее ЧП. Ведь все оружие должно находиться под тотальным контролем. И вот спустя полтора месяца после кражи 10 единиц огнестрельного оружия возвращены.